Мы хотели вас сегодня поздравить, ну, с этим историческим днем. И я хочу сейчас, чтобы вы посмотрели номер наших студентов театральной академии, которые специально, по большому счету, приготовили для вас этот номер. С вашего позволения, не слышу. Спасибо. Девочки, пожалуйста. Это мальчик не наш, но не важно, все равно хороший путь. Да, старый конь бороздки не испортит. Да. Пока трава зреет, старый конь околеет. Вот как говорят. Паша, иди сюда. Чего, Паша? Не я, а Настя. Ну, я тебе сказал, когда карету подготовить. Так, ну что так? Ну, барышню ждем. Ну, ты можешь немножко побыстрее сподобиться. Ты за танки-то и конь, и корову. Выше меры, и конь не скачет. Здоровую кать, мы думаем, не смотрим. Доброго коня я поставил поборную, знаешь. Я живу, байки с хорошего коня. Живая его слух четвертого рысака. Кляча, она не конь, даже не золотой. Не Рос, ничего себе, мальчик, ты говоришь. Ну, барышня ждем, давай побыстрее. Уж, да ты конь спотыкается, но поправляется. И на доброго коня сейчас посмотришь, и на злую лошадь найдет свою да. И сытого лошадь никто не тащат. И слепая лошадь придет, коль грязь, и на воду сидит. Круг собаки, так подходя, к лошади спереди. Кляча, она всегда будет глядь. Вот ты ее хамик, золото. Рой. Ась. Ась, ась. Накось. Ну уж Сильвер, ну барышня ждет. Инструмент давай. Вот это. Не вот это, а накос. Я говорю, инструмент давай. Инструмент. Броша, броша. Это ж. Это ж. Ну, ты давай сам начни, а я уже рядом постою. Давай, давай. Да, так давай. Броша, его. Броша, что ж? Броша, что ж? Броша. Давай, давай, броша. Ну, поехали.
меня больше не молись. Колокольчики, бубенчики, свинья, свинья. Про ошибки моей юности верить. Кирилл и Юрий Гальцев.